Слава Иисусу Христу! Дорогие слушатели Радио Мария и все читатели в социальных сетях! Хотим вас сердечно поздравить с Рождеством Христовым! Пусть наступивший новый 2021 год Господа нашего Иисуса Христа принесет всем исполнение тех желаний, которые мы с чистым сердцем возносили во время Адвента, в эту рождественскую ночь 24 декабря, и все то, что в этот рождественский период друг друга поздравляя, желаем, говорим и молимся об этих намерениях. От имени себя и прихожан прихода Матери Божией Святого Розария хочу поблагодарить всех слушателей, всех тех, которые молятся за эту благодать, благодаря которой мы можем продолжать наше строительство церкви в Нурье успешно. Также эти программы, которые были в течение прошлого сезона, встречным курсом, чтобы мы не только жили по соседству, находились в единой католической церкви, но и когда-то, наверное, уже в этом году могли радоваться не только трансляции, но и реальной встрече с кем-то из сотрудников Радио Мария на благословении храма Пресвятой Девы Марии, Царицы Розария, в селе Нура, куда вас уже заранее сердечно приглашаем. Но немного пошутим в этот вечер и скажем, что как помолимся, так все и будет. Если будем много жертвовать, много молиться, то все наши благие желания во славу Господа и Пречистой Матери исполнятся. С Новым Годом!